Здравствуйте, уважаемые слушатели, видеослушатели, подписчики, видеоблогеры. Сегодня вам расскажу о одном очень важном нюансе. В принципе, он входит в понятие, как настроить правильно шкаф-купе и вообще любой шкаф, даже не шкаф-купе, настраиваться, в принципе, только одним прекрасным способом. Ну, в принципе, вы сейчас видите шкаф. Ну, можно сказать, что этот шкаф как бы настроен. Я вам объясню, как. То есть, есть такие специальные ножки, регулировочные, они металлические, очень толстые. Крепятся они под дном. И, в принципе, ну, как положено, раз, два, там, три, четыре, пять, шесть, ну, 6, 8, там, если длинный шкаф, может быть и 12, и 14. Здесь сквозное отверстие делается. В принципе, его можно сделать под рельсой, это отверстие. То есть шкаф настроили хорошо, ну, чтобы здесь не зияло отверстие. Рельсу на него, в принципе, ставите рельсу на это отверстие. Ну, то есть настроили полностью через отверстие этот шкаф. Шкаф настраивается именно, чтобы он стоял как положено в горизонте, то есть полностью по горизонту. Это очень важно для того, чтобы, ну, полки не были перекошены, раз, и плюс плавно работала раздвижная система, и чтобы, в принципе, раздвижная система не уезжала. То есть в различных старых структурах, там девятиэтажки, хрущевки, бывают очень плохие полы. И если такие ножки не сделать, то, в принципе, настроить практически невозможно. Ну, разве что на подкладочках будет. Ну, вы же понимаете, это же прошлый век. На подкладочках это не, вообще не серьезный разговор. Поэтому такие ножки вообще в нормальные шкафы, нормальные производители ставят всегда. И это позволяет нормально настроить шкаф. Нормально настроить шкаф по горизонту. Особенно если мы говорим о неподготовленных полах. Даже в подготовленных полах бывают какие-то небольшие промахи, и эти ножки однозначно спасают. Поэтому не жалейте, скажем так, копейки, те 100-200 гривен, ставьте обязательно эти регулировочные ножки в платформу, получается, вашего будущего любого шкафа, то ли распашного, то ли, в принципе, раздвижного, не имеет значения. То есть эти ножки позволят вам качественно в горизонте настроить ваш шкаф или шкаф-купе. Особенно, да, это касается помещений с неподготовленными полами. Просто у вас какой-то там обычный пол, и вы хотите сделать себе шкаф-купе и поставить, заказать вернее. То есть эту опцию обязательно себе закажите. Потому что бывали случаи, когда вообще в одном месте провален пол, и приходилось ножки выкручивать очень сильно. Бывало, даже выкручивали на 3, даже 4 сантиметра. То есть, грубо говоря, шкаф поднимался с одной стороны на 3, на 4 сантиметра. Тем самым мы как бы делали нормальный горизонт. Если этого не сделать, все будет перекошено, перекручена, система может съезжать, в принципе. Ну, со стопором, наверное, она не съедет, но только вы со стопора его снимете, она дальше будет съезжать, короче. Вот такие, в принципе, вот такие нюансы, очень важный нюанс по шкафам-купе. Это регулировочные ножки. Или как правильно выставить шкаф-купе. Так, спасибо за внимание. С вами был Эд, Мебель Прокси, Днепропетровск, и пока.